Успехи прошлого года еще раз отметили сегодня на заседании Кабинета министров. Республика получила в 2012 году 2 гранта. За достижение наилучших показателей органов исполнительной власти – это почти 85 миллионов рублей, и за эффективное управление общественными финансами – более 65 миллионов. Значительная сумма Чувашии была выделена и по программе «Чистая вода» – 271 миллион рублей. Также к плодотворному завершению прошлого года можно отнести и то, что повысился уровень заработной платы бюджетников. Так, средняя зарплата учителей увеличилась на 28%, воспитателей на 33%, работников соцслужб почти на 30%, а собственные доходы Чувашии увеличились более чем на 12%. Это превышает значения по России и по ПФО. Подробнее о других темах в нашем репортаже. Безопаснее стало на улицах и в других общественных местах республики, сообщил на заседании Андрей Тимофеев, заместитель министра внутренних дел. С 2009 года почти на треть сократилось общее количество преступлений в Чувашии. Более чем на 20% сократилось число тяжких и особо тяжких. На 40% сократилось и число преступлений, совершенных несовершеннолетними. Улучшается и раскрываемость. За последние 4 года уровень вырос на 10%. Это второе место в ПФО и 11-е место в России в целом. Значит, программа профилактики правонарушений приносит свои плоды. Намеченный курс предполагается поддерживать и в ближайшие годы. Так, на реализацию программы профилактики правонарушений на 2013-2020 годы предполагаемый объем финансирования составляет более 500 миллионов рублей. Средства будут направлены и на обеспечение безопасности командного чемпионата Европы. Я хотела бы обратить внимание на то, что в связи с проведением в 2015 году в республике чемпионата Европы по легкой атлетике необходимо будет субъектам профилактики принять меры по своевременному освоению данных средств именно в течение 2013-2014 годов. По программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья с 2008 по 2012 годы в новые квартиры переехали более 5000 человек. Это около 2000 семей. По данным Минстроя, полностью выполнена и завершена программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Чувашской республики». Отремонтировано 147 многоквартирных домов, в которых проживают более 25 тысяч человек. На это ушло более 400 миллионов рублей. Удалось сэкономить за счет проведения открытых конкурсов по выбору подрядных организаций. Финансовые средства были направлены на капитальный ремонт дополнительных видов работ внутри домов, включенных в программу, а также на 11 многоквартирных домов, дополнительно включенных в программу. Сейчас идет подготовка такой же программы на 2013 год. Деньги из бюджета выделены как на аварийный, так и на капитальный ремонт. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика.